Такой стала эта среда, 28 августа. Далее для вас полезная информация, а я на сегодня прощаюсь. Главные врачи стоматологических клиник Приволжского федерального округа и Центральной России собрались в столицу Чувашии. В Чебоксарах прошло заседание клуба успешных руководителей. В качестве примера современной цифровизированной стоматологической организации, которая работает по европейским стандартам, гостям представили клинику «Дентамед». К нам приехали более 50 главных врачей со всего Приволжского федерального округа. Это очень такой полезный формат для всех, как для встречающей страны, так и для гостей. Тут ведь самое важное то, что мы общаемся, у кого какие вопросы, какие проблемы, пути их решения. Совместными усилиями вот мы в такой неформальной обстановке достигаем нужного результата. На базе «Дентамед» руководители клиник обсудили координацию работы персонала, зоны ответственности заведующих отделений, развитие в социальных сетях и другие темы, которые работают на главный принцип любой современной стоматологии. Врачам – лучшие технологии, современное оборудование и возможности для развития, пациентам – улыбки. С этой компанией «Дентамед», мы знакомы 20 лет и работаем 20 лет. Это тот образец, наверное, учреждения, который достоин подражания. Это клиника, которая сделана, с одной стороны, для людей, а с другой стороны, она сделана для врачей-специалистов. И те, и другие здесь чувствуют себя очень комфортно. Пациенты чувствуют спокойствие, профессионализм, а доктора имеют все условия для профессиональной работы. Я очень часто езжу в Германию, в Израиль, в Америку. Вот эта клиника, она настоящего европейского, мирового уровня. Здесь не просто все построено по современной логистике, здесь все идеально, здесь все современно, здесь все эффективно. Заседание клуба успешных руководителей совпало с празднованием 550-летия столицы Чувашии, так что к образовательной программе участников форума добавилась культурная.